Начинаем свой репортаж с Каспийска, со стадиона Анжи Арена. Здравствуйте, добро пожаловать на лучшую лигу мира. В рамках 23-го тура МЛБ первенства России по футболу среди команд первой лиги сезона 2022. Алексича мы видим, хотя вот за этой легкой улыбкой, наверное, скрывается переживание за результат. Левым флангом удар по воротам, и никого не оказалось, чтобы переправить мяч в ворота. Абакар Гаджиев бил. Залимхан Юсупов исполнит этот штрафной. И это была передача, это удар по воротам. Но точности не хватило. С острого угла получился удар. Вылазки на половине поля соперника. Но пока безопасно. Вот сейчас может быть опасно. Ворота пустые. Надо забивать. Великолепно. Сейчас играет в обороне Владимир Ковачевич. Уже в пустые ворота. Мяч катил игрок Краснодара. Но как же здорово. Ковачевич подстраховал. Кирилл Силантьев проводит беседу с игроками, штрафной площади, подачи. Вот сейчас получилось повыше, может забивать. Удар еще один удар, и мяч в сетке. Залимхан Юсупов все-таки заталкивает мяч в ворота. После очередного углового в этой встрече. 1-0 динамовцы на 56-й, скорее всего, минуте. Выходят вперед. Залимхан Юсупов и показывает он болельщикам. Парни, спасибо за эту поддержку. Капитан сказал свое веское слово. Абакар Гаджиева, мяч. Непонятно, у кого окажется. В итоге оказался у Шумахова. Шумахов пробивает выше ворот. Сейчас динамовцы на подъеме после забитого мяча. Идет вперед. Краснодар, есть момент для удара. Хороший удар с метров 26-7, наверное. Вратарь справился, и оборона динамовцев. А Коронква, это передача. Да, Коронква в штрафной площади. Передача продольная, но Терновский разгадал. Дмитрий Терновский. Итак, друзья, финальный свисток. Динамовцы одерживают победу в этой встрече с минимальным счетом, с любимым для команды счетом 1-0.